Добрый день! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Согласитесь, сегодня услышать духовой оркестр – это большая редкость. Но нам всем очень повезло. В нашем городе есть такой коллектив, и мы можем видеть и слышать его, что называется, вживую. На сцене муниципальный эстрадно-духовой оркестр имени Сысоева. Руководитель и главный дирижер Андрей Шурков. Как приятно видеть в зале мужчин. Ведь сегодняшний вечер под названием «Февральский блюз» мы посвящаем именно вам, нашей прекрасной, сильной половине. Часто женщины говорят, что они могут обойтись без нас, но в глубине души каждая мечтает, чтобы рядом был красивый, сильный мужчина, на которого можно было бы положиться в любую минуту. Да, это правда. И не секрет, что мужчины все свои успехи и подвиги совершают ради нас, женщин. Сегодня мы от всей души поздравляем наших мужественных, трудолюбивых и талантливых мужчин с праздником! С Днем Защитника Отечества! День Защитника Отечества – это дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков. А также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Здоровья вам, счастья и всех земных благ! Мы приглашаем на сцену первого заместителя главы Угличского муниципального района Ольгу Валерьевну Задворнову. Мы сегодня вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за мир, за процветание нашей страны. Мы сегодня чествуем всех тех, кто и сегодня стоит и в мороз, и в жару, и в дождь на защите рубежей нашей дорогой Родины. Самое главное, наверное, в этой жизни, чтобы в каждом доме был теплый очаг, чтобы всех наших защитников ждали, любили, и чтобы у них был надежный, верный тыл. Я желаю вам, чтобы в каждой семье был мир, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой, чтобы наши защитники Отечества всегда возвращались домой, где мы их будем ждать с нетерпением. С праздником! Спасибо. Спасибо вам, уважаемая Ольга Валерьевна. Занимайте свое место в зале. Ну, дорогие друзья, все мы в детстве любили играть в войнушку, помните, бегали с пистолетами, воображали себя солдатами, бесстрашными летчиками, танкистами. В этот праздник мы желаем, чтобы игра так и осталась игрой, и вам никогда не пришлось бы стрелять по-настоящему, чтобы защитить своих родных. Пусть этот февраль будет самым счастливым, пусть холодно, вьюжит, но в сердце тепло. Чтоб ангелом каждый был в жизни хранимый, чтоб вам непременно по жизни везло. С праздником! У солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня. Золотом горят часовые на посту в городе весна. Проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая, любимая ждала. А солдат побьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь выйдет из кино. Карусель его помчит, музыкой звеня, и в запасе у него останется полдня, останется полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Где любимая живет, липы шелестят, и садится в карусель нее солдат, и другие ни к чему, все до одного. Если только верно ждешь солдата своего, солдата своего. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и отрыва к девичьи вся улица. Но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А вас, Светлана, я попрошу остаться. Дорогие друзья, мужчина – это, конечно же, в первую очередь солдат, защитник Отечества, но не только. Мужчина – это еще и опора, надежда, надежное плечо для своей половины, для своей семьи. Ведь главная роль мужчины в семье – это, конечно же, роль отца. Естественно, ведь именно папа является примером для своих сыновей и идеальным мужчиной для своих дочерей. Стоп, что случилось? Что? Девочка, тебя как зовут? Наташа Завьялова. А что ты хочешь? Поздравить всех мужчин с праздником и спеть песню. Ничего себе. Какую песню? Какую песню? Папа купил автомобиль. Вот это да. Слушайте, ну... Это так спром. У нас нет в программе такой песни. Ну, можно попробовать, да? Попробуем? Да. Давайте поддержим. Пойдем, кстати, ну, сначала, думаю... конечно, нужно подобрать тональность. Так. Ля мажор. Это сюрприз для оркестра, да. Ну, я думаю, наш оркестр с этим справится. Наш оркестр сможет все. Я даже не сомневаюсь. Итак, микрофон, Наталья. Иди, моя хорошая, сюда. Дайте, пожалуйста, микрофон. Итак, внимание! На нашей сцене дебют. Музыканты готовы, да? Сейчас, еще секундочку. Итак, сюда. На нашей сцене дебют. Слушайте, папа, такого у нас еще не было. Купил автомобиль. Исполняет Наташа Завьялова. Поберегите этот необычный экземпляр.
спасибо огромное. Спасибо, дебют удался. Замечательно, не спасибо. Правда ли? Давайте еще побольше похлопаем. Девчонка смелая, молодец. У нее тоже это впервые, так же, как у нас. У кого из нас не замерло сердце, когда мы видели улетающий журавлиный крик? Мы останавливались и слушали этот пронзительный крик. Но почему это так рвет душу, что хочется плакать? Как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильней, видя птиц караваны в дорогие края. Провожаю их я, сердце бьется сильней. Провожаю их я, вот все ближе они, и как будто рыдаю, словно скорбную весть мне они принесли. Из какого же вы, из далекого края, прилетели сюда на ночлег, журавли? Из какого же вы, из далекого края, прилетели сюда на ночлег, журавли? Летают они мимо скорбных распятий, мимо древних церквей и больших городов. А вернутся они, им раскроют объятия, дорогая страна. Отчизна моя, повернутся они, им раскроют объятья, дорогая страна. И отчизна моя, холод, ветер и дождь, непогода и слякоть, вид угрюмых людей, вид холодной земли. Ах, как сердце болит, сердцу хочется плакать. Перестаньте ж рыдать надо мной, журавли. Ах, как сердце болит, сердцу хочется плакать. Перестаньте ж рыдать надо мной, журавли. Но я знаю страну, там, где солнце сияет, зеленеют поля, колосятся хлеба, там улыбки друзей, там меня понимают. То любимый мой край, то Россия моя. Но я знаю страну, где меня понимают.
моя. В преддверии Дня защитника Отечества давайте вспомним, что даже на фронте, в тяжелых боевых условиях, жизнь не останавливалась, и солдаты находили своих любимых там, где явно не ждали. Но это было всегда так ярко, незабываемо, по-настоящему! Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый весной. А смуглянка-молдаванка отвечала парню Влад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вчера на партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раз кудрявый клён зеленый лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз полку прибыло. Совсем недавно в коллектив духового оркестра влился новый музыкант, который сейчас поведает нам свою историю. Вы спросите, о чем? Ну, конечно же, как истинный джентльмен, он расскажет нам о своей леди. Сильвия, соло на саксофоне. Саксофоне сопрано. Алексей Лебедев. Thank you.
Уже к концу февраля, и несмотря на недавние снегопады и морозы, когда выходит солнце, все мы явно чувствуем приближение весны. Но на влюбленных она действует особенно, ведь у них теперь ни минуты покоя. Точно падал снег, и в лужах дождь блестел. Но моей не видя красоты, верила в любовь, живем в закрытии земель. И не знал, что она это ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ни ночи любовь, ни ночи любовь. Вот что это такое? Рядом ты была, и вдруг исчезла без следа. Перепутав все в судьбе моей, я прошу, ты думай обо мне хоть иногда. И скорее возвращайся скорее. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ни ночи любовь, ни ночи любовь. Вот что это такое? Вот что это такое? Вот что это такое? Конечно, все мечтают встретить настоящую любовь, но как ее распознать и насколько она долговечна, как вода смывает следы на песке, так и тихо падающий снег все сведет на нет. Землю снег.
землю снег. Тихо падает на землю снег, клятвы зимние холодны. Долго буду я ждать весны. У любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег. У любви зимой короткий век. Танца, и я растворяюсь в тебе. Мы идем босиком по теплому песку, слушая шум волн и любуясь закатом. И нам достаточно только света оранжевой луны, которая светит сегодня только для нас. Под оранжевой луной соло на трубе Геннадий Кузнецов. Дорогие мужчины, все мы в юности были робкими, и каждый из нас задавался вопросом, как признаться девушке в любви. Почему-то страшно. А вдруг не поверит, засмеется и отвергнет. А так хочется признаться ей в своих чувствах. И думаешь, сейчас подойду к ней и все выпалю, скажу, выложу, признаюсь ей в своих чувствах. Но нет, почему я такой нерешительный, как же мне быть? Но сейчас-то мы знаем, что все очень просто. Надо написать письмо, ей станет любопытно, и она его прочитает. Главное, не забыть обязательно его отправить, чтобы оно не стало неотправленным письмом.
столе лежит давно под стопкой книг. Письмо одно, и может быть не первый год. В одном из тихих переулков его с надеждой кто-то ждет. И может быть не первый год. В одном из тихих переулков его с надеждой кто-то ждет. Другой бы взял давным-давно и опустил тебе письмо. И, может быть, ему в ответ на третий день или четвертый принес бы почтальон конверт. И, может быть, ему в ответ на третий день или четвертый принес бы почтальон конверт. Идут дожди, метут снега, ты так близка и далека. И, может быть, не суждено тебе узнать, что написал я тебе одной давным-давно. И, может быть, не суждено тебе узнать, что написал я тебе одной давным-давно. Лишь ты одна в моей судьбе, так отчего ж тогда тебе не первый год. Письмо все шлю, ты, вероятно, не поверишь, все потому, что я люблю. Что залог гармоничных отношений – это умение прощать. А красота – это не только удачный макияж, дорогие украшения и новое платье. Это прежде всего естественность. Умение видеть в простых и окружающих тебя вещах прекрасное. Рябиновые бусы, залог твой.
твоей любви оттаяли и горечью напомнили мой взгляд. Ведь несчастливых наших нам не вернуть назад. Рябиновые бусы, как рассвет, признали без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признали без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Красный под снегом отыщу. Прости меня, любимый, и я тебя прощу. Мне новых встреч не надо, все было и прошло. Рябиновое счастье по капле унесло. Рябиновые бусы, как рассвет, признание без искусных чистый свет. Женщины любят решительных мужчин. От испанских ритмов закипает кровь и просыпается страсть. Боливар соло тубы исполняет Игорь Остапенко.
Дорогие друзья, в связи с последними событиями мы долго вынужденно сидели дома. А ведь время от времени просто необходимо менять обстановку, картинку перед глазами. Конечно, поэтому только сегодня, прямо сейчас, у нас с вами есть блестящая возможность перенестись за моря и побывать в экзотических краях. Кто-то уже догадался, может быть? Давайте ваши версии, варианты. Экзотические края. Смелее, друзья мои. Как? Израиль? Египет? Турция? Вот мне Роман подсказывает. Нет, не угадали. Это Тунис. Thank you.
Конечно, среди нас нет идеальных людей, а если бы и были, то это было бы удивительно скучно. Кто из нас не без греха? Да, у кого-то есть вредные привычки, но для некоторых это называется харизма. Черный табак. Моя бабушка курит трубку в суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный рок. А когда я к бабуле заскочу на минутку, мы с ней его весело пьем. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Нашим зрителям. Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам звучит, впрочем, узнаем по первым аккордам и наслаждаемся. Ворвалась в раскрытое окно. Эта ночь косматая, злодейка,
расплескала звездное вино. Эта ночь, как ведьма, обольщает лунной прядью девичьих волос. И тебя вернуть мне обещает, дарит миф забвения и грез. Такая ночь, что, черт возьми, луна глядит лисицы рыжей. Любимая, ко мне приди, я ясных глаз твоих не вижу. Эта ночь внезапная такая, мне тебя наполнило сейчас. Я тебя хочу и вновь мечтаю быть в плену твоих прекрасных глаз. Эта ночь меня ты опьянила, расцвела в моем ты сердце вновь. Эта ночь тебя мне воскресила, я хочу вернуть твою любовь. Такая ночь, что, черт возьми, луна глядит лисицы рыжей. Любимая, ко мне приди, я ясных глаз твоих не вижу. Такая ночь, что, черт возьми, луна глядит лисицы рыжей. Любимая, ко мне приди, я ясных глаз твоих не вижу. Такая ночь, что, черт возьми, луна глядит лисицы рыжей. Любимая, ко мне приди, я ясных глаз твоих не вижу. Такая ночь, что, черт возьми, луна глядит лисицей рыжей. Я ясных глаз твоих не вижу. Зачем я полюбила вас?
же я страдаю каждый час. А раньше я ведь этого не знала, теперь же я страдаю каждый час. Вот мальчик мой уехал, не вернется. Уехал он, как видно, навсегда. Домой он больше не вернется, оставил только карточку свою. Домой назад он больше не вернется, оставил только карточку свою. Но я, милого, узнаю по походке, он носит брюки калифе, а шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит энергиман. А шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит на лиман. Друзья, вы, конечно же, со мной согласитесь, что духовой оркестр в основном у большинства людей ассоциируется в первую очередь с торжественной музыкой, маршами. Но, как вы уже поняли, это не всегда верно. Наш оркестр от жизни не отстает, развивается, пробует исполнять композиции в совершенно разных музыкальных жанрах и направлениях, порой, казалось бы, далеко не свойственных для духовых инструментов. Поэтому следующий номер нашей программы... Так, еще один. Два сюрприза за вечер мы не выдержим. Что вы хотели? Для начала микрофон. Дайте микрофон. Дайте микрофон. Возьмите уже сегодня все. Выходите все, говорите, поздравляйте, пойте. Вот пюпитр вам дам еще. Нужен пюпитр? Заметьте. Вот, вот, оркестр вам, я пожалуйста. Я это предложил. Дамы и господа, я вынужден прервать ваш концерт. И на это есть веская причина. И эта веская причина, позвольте представиться, Соломон Пляр. Тогда все ясно, мне можно идти. Дамы и господа, я человек очень скромный. И поэтому мне не нужны эти ваши такие жидкие аплодисменты. Такие жидкие не нужны. Дамы и господа, я только что приехал в ваш город и пришел сюда, чтобы пообщаться с самыми интеллигентными, культурными людьми вашего города. Дамы и господа, я не буду спрашивать вас, есть ли в вашем городе школа танцев, потому что ответ на этот вопрос... Любой ответ будет неправильным. Если вы скажете «нет», это будет неправильно, потому что я заметил, что-то связанное с танцами в вашем городе есть таки. Но если вы скажете «да», это тоже будет неправильно, потому что настоящая школа танцев только одна. И это школа танцев имени скромного Соломона Пляра, то есть меня. Дамы и господа, вы скоро в этом убедитесь. Но прежде чем в этом убедитесь, я прочту вам лекцию о том, что такое танцы вообще. Доставайте блокнотики, записывайте. Итак, дамы и господа, что такое танцы? Танцы — это не что иное, как вертикальное
так сказать, выражение наших горизонтальных желаний. Блокноты можно убрать, лекция закончена. Еще, дамы и господа, я вам открою самый главный секрет бальных танцев. Может, кто-то его знает? Блокнотики убрать, это записывать не надо, это тайна моей школы. Если вы обладаете этим искусством, вы можете считать себя танцорами. Итак, главный секрет бального танца заключается в том, чтобы успевать убирать вашу ногу до того, как на нее наступит нога вашего партнера, если повезет и вашей партнерши. Дамы и господа, я привез лучших учеников своей школы, чтобы вы увидели, чем мы занимаемся. Сейчас мы это все продемонстрируем. И у меня большая просьба, потому что после нашего номера у всех у вас возникнет острое желание сразу отсюда выбежать и идти покупать билеты в Одессу, чтобы учиться в моей школе. Пожалуйста, не делайте этого. Уважайте музыкантов, дождитесь хотя бы окончания концерта. Потом уже бегите. Ну что ж, друзья, ладошки приготовили. Маэстро тоже готов. Поехали! Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед, ты тебе назад. Приглашает кавалера, там, где ползает, так вперед. Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и поворот. Кавалеры, не держите дамов, не считали, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Дамы, не сморкайте занавески, это неприлично, вам говорят. Это не этично и не гигиенично, и не симпатично, вам говорят. Вот как они умеют. Приглашают кавалеров, там, где галстук, там вперед. Две шаги направо, две шаги налево, шаг назад и поворот. Ой, люди, люди, помогите Боге, вам говорят. Он надела лужу прямо в коридоре, шаг вперед и две назад. Тетя Сара, ну не вертите задом, это не пропеллер, а вы не самолет. Сколько не вертите, вы ведь не взлетите, шаг назад и поворот. Это школа самого ногля, школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Школе. Это, конечно, не дешево, но если вы захотите, вы справитесь. Спасибо. Стоечку оставьте, пожалуйста, не уносите ее в Одессу. Да, вот сюда вот ее поставьте, пожалуйста. И пюпитр верните. Все, ничего не пропало, все нормально. Хорошо. Я тоже хочу в школу. Светлана.
кажется. Я выбил из колеи немножко, честно говоря. Ну, у меня теперь вопрос к залу. Как вы думаете, перед 23 февраля, что ценят в мужчинах женщины? Ну, я отвечу за зал, можно? Конечно. Женщину прежде всего в мужчине привлекает мужественность. Но почему-то некоторые сильные бойцы не стараются завести семью. Нет, то дело совсем не в желании брать на себя ответственность. Напротив, полный контроль и желание быть неуязвимым, чтобы стать идеальным защитником. Но вопрос в том, счастлив ли он, и в каком неожиданном амплуа он вдруг может предстать перед вами. Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чамбомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер. Буду жить теперь один, я как терминатор. Я терминатор. Говорить друг другу о любви. Мужчинам всегда вдвойне приятно, когда они слышат в свой адрес эти волшебные силы слова. И пусть ваша любовь будет только взаимной, согревает и освещает вас, как яркое, жаркое солнце. Yesterday my life was filled with rain.
вновь на сцене Алексей Лебедев и его золотой саксофон. Февральский блюз потихонечку подходит к концу. Осталось всего лишь несколько минут, но мы снова и снова поздравляем наших мужчин с праздником и благодарим вас всех за внимание и за вашу любовь. С надеждой на скорую встречу! В концерте принимали участие муниципальный эстрадно-духовой оркестр имени Сысоева. Главный дирижер Андрей Шурков. Солисты Светлана Бароненкова, Наталья Тарасенко, Александр Львов, Андрей Павлов, Наташа Завьялова, а также в подготовке этой концертной праздничной программе нам с большим удовольствием ярко и красиво помогали ансамбль современной народной песни «Матаня», руководитель, заслуженный работник культуры России Ольга Адонес, балетмейстер Нина Рулева. Ансамбль бального танца «Грация», хореографы Полина Торопова, Ольга Данилова. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. Народный ансамбль танца «Конфетти», руководитель Татьяна Чесных. И, конечно же,
Отдельную благодарность мы хотим выразить нашим замечательным звукорежиссерам и светоосветителям. Света и звукорежиссерам. Дорогие друзья, это Алексей Малков, Святослав Грачев, Роман Киршин, Михаил Заболтин. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Программу вели Светлана Бароненкова и Роман Желтов. Ну а сейчас... Неистовый мотив, что летит над головами, танцплощадка совершает лиц круговорот. Разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы и вокзала, есть еще дворец культуры, в нем второй этаж. Там на круглом пятаке, в стенах актового зала, как всегда, по воскресеньям выступает наш провинциальный джазмен, дантист, художник и мент. Не за гроши барыши, а просто так для души скользит по струнам рука. По воскресеньям века в этом зале, как на грех, все знакомы поименно, и буфет молниеносно взят на абордаж. Ведь растил с рождения всех 8 раз краснознаменный, очень даже образцовый дом культуры наш. Собираются к 6, ну, конечно, не эстеты, заводская, слободская, дерзкая шпана. Но сегодня не в чести финки, цепи и кастеты, потому что в этот вечер выступает наш провинциальный джаз-бэнд, дантист, художник и мент. Не за гроши барыши, а просто так для души скользит по струнам рука. По воскресеньям века вам дарит радость и шанс его величество час провинциальный джазмен. Недорогой инструмент ласкает ветер тигры, сложный в общем мотив. Провинциальный джаз-бэнд, дантист, художник и мент. Сегодня снова для вас его величество час. Его величество час. Его величество час. 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 Дорогие друзья, мы желаем вам мира, благополучия. Мы желаем всего самого-самого светлого и теплого вам и вашим семьям. И как всегда я говорю, мы не прощаемся с вами. Мы просто говорим вам до свидания! До новых встреч!